Money, 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 money. Будем считать деньги. Здесь что за кино, друзья? Бокс-офис. Самая прибыльная для наших подписчиков рубрика «Что за кино?». Почему? Потому что мы здесь разыгрываем подарки от Green Jack Channel, от «Что за кино?» и иногда даже от Marvel. В общем, друзья, все по очереди. Сначала говорим о том, сколько зарабатывают фильмы, вышедшие недавно в отечественный кинопрокат, а после задаем вопрос, ответ на который может принести вам победу. Среди всех правильно ответивших под этим видео будет разыгран вот этот замечательный приз. Что это? Ну, выигрывайте, получайте, распаковывайте и получайте море удовольствия вместе со «Что за кино?». А теперь к цифрам. «Зеленая книга», пронзительное кино с Вигом Мортенсеном и Махершалой Али собирает в отечественном прокате 7,7 миллиона гривен, при этом идя всего на 40 экранах. И уже 108,9 миллионов долларов в общем мировом прокате, что при бюджете в 20 миллионов долларов говорит о том, что фильм ох как удался и получил зрительский отклик. «Смертельный лабиринт», ужастик, неожиданно собирает 19,6 миллиона гривен в отечественном прокате и уже 2 недели держится в топе под номером 1 в бокс-офисе и собирает скромных 108,4 миллиона долларов, хотя это ужастик и, в общем-то, цифра достаточно спорная. «Лего фильм 2» разочаровывает любителей мультфильмов и самого легендарного мирового конструктора. 5,5 миллионов гривен в отечественном прокате и пока всего 57,7 миллиона долларов в общей мировой копилке у него. Ну и еще один отечественный фильм выходит в прокат. 3,5 миллиона гривен или 132,3 тысячи долларов собирают «Круто 19-18», что при заявленном бюджете гораздо большим, чем 6 миллионов гривен, может свидетельствовать о том, что фильм ожидает непростая прокатная судьба. Однако теперь пришло время переходить к розыгрышу. Итак, друзья, мы говорим сегодня о фильме «Алита. Боевой ангел». На сегодняшний день продолжается фактически выпуск очередных томов странствий основной героини и всяких ответвлений по сюжету. Итак, сколько на сегодняшний день томов этой манги вышло после всех перипетий, объединений, limited и complete edition? В общем, друзья, отвечайте правильно и получайте этот подарок. А мы движемся дальше.